для самого себя. Ну что, поехали. Ярослав, здравствуй. Саша, здравствуй. Привет. Это наш такой прибыл медовый подарок, да, в Москву. Саш, кратко, суть. Друзья, сейчас ко мне приехал мой давний товарищ, мы с ним знакомы уже более 18 лет, участник наших медовых фестивалей, ярмарок, Александр Кулебабин, севастопольский парень. А жена у тебя где сейчас? В Украине. Ну, в Украине. Вот. И я все хочу, чтобы он ее сюда перебросил вместе со своими детьми. Детьми. Одним словом, приехал на Медовый Спас и привез вот такой вот гостинец медовый. Сколько здесь меда и какого? Здесь 3,5 тонны. Здесь 5 видов меда. Какого? Это цветочный луговой разнотравие. Так, поворачиваем, чтобы люди видели. Так. Разнотравие, липа, клевер, гречиха, акация. И акация. Ну, это, да. Так что здесь на любой вкус. Гречка – это тот мед, который необходим для сердца. Липа – для легких очень хорошо. Цветочные меда хороши для брон и, в общем, системы укрепления. Но главное – мед должен быть на столе. Царь мед прибыл в Москву. Вот в таком количестве. Нам нужен оптовик, который бы включился, либо инвестор, который бы сразу взял бы всю эту ячейку медовую, и мы бы ее выставили здесь, в Москве, и разбросали, то есть реализовали бы ее по теплым московским квартирам. Вот. Ярослав. Я предложил Юрию Алексеевичу, Александру, снять сюжет, потому что, возможно, кто-то заинтересуется, потому что цена меда 300 рублей килограмм. Достаточно очень доступная и низкая цена. Весь мед 300 рублей килограмм. Вот, и я подумал, что, а чем черт не шутит, снять ролик короткий, пару минут, выложить в сеть. Телефон, произноси. 8-910-299-32-56. Звоните, обращайтесь. В каком На телеграм-канале тоже этот номер. В каком городе ты? Это Брянская область у меня. Ну, Брянская-Курская область. У меня пасека кочевая, 300 пчелосемей. Я активно занимаюсь перемещением пчел. Вот более 35 лет ты этим занимаешься? Больше 35 лет, да, занимаюсь. Сейчас у меня пчелопавильоны, на машине все скомплектовано. Очень мобильная, там 5 минут, и пасека переехала в другое место. Активный участник проекта «Царь мед», это где меда, да, Беларуси, России, с 2005 года. Поставляется, и, безусловно, мы должны Медовый Спас этому парню разобрать его весь мед. И... мед качественный, достоверно. В общем, проблематика одна и та же. Купцы едут в Москву и думают, куда свой товар как бы деть, а надо возвращаться обратно, хозяйство туда-сюда. И я, да, чем могу, говорю, ну давайте сделаем ролик, выложим в сеть. Все, всем мы благодарны Ярославу Сорокину за то, что предоставил глобальную волну для того, да, чтобы популяризировать. Жду обращения. Отлично. Пожалуйста. Райский мед, дорогие друзья. Все. Мед – это пища богов. Движемся к краю. Удачи. Я требую продолжения банкета.
всей Москве один шпак имеет замшевый куб. Праздник у вас? Какой сегодня праздник? Это, я сейчас скажу. Ой, ну я же иду. Ну. Ну, Медовый Спас. Медовый Спас праздник. Это, еще в этот, крест. А где находимся, да? На Красной площади. У Кремля, на Красной площади. Мед понравился? Ну, я взяла. Молодец.